По узкому и грязному шоссе мы едем воевать не за медали. Сопровождают СОБРы на броне, а нам-то даже автомат не дали. Зеленые совсем еще юнцы, учебка дух не выбила гражданской. Колонны шли с Моздока по грязи, и вот окрикнул кто-то: «Стойте, братцы, братцы!» А из-под каски его усталый взгляд, и на вопрос «Ты кто?» он нам ответил: «Такой же, как и вы, солдат, солдат, самой могучей армии на свете, такой же, как и вы, солдат, самой могучей армии на свете». Заброшенный, оставленный блокпост посередине вражеских объятий, где срочники ложились на погост, там затерялся на посту солдатик. Салаги, салажаты, пацаны, не нюхавшие пороха ребята, такие вот отважные бойцы. И ты такой же был, братан, когда-то. А из-под каски его усталый взгляд и на вопрос «Ты кто?» он нам ответил: «Такой же, как и вы, солдат, солдат, самой могучей армии на свете, такой же, как и вы, солдат, самой могучей армии на свете». Мы уезжали дальше службу рвать, не по приказу и не за медали, а он остался на посту своем стоять, забытый всеми, с автоматом, как с гитарой. А из-под каски его усталый взгляд и на вопрос «Ты кто?» он нам ответил: «Такой же, как и вы, солдат, солдат, самой могучей армии на свете, такой же, как и вы, солдат, самой могучей армии на свете, самой могучей армии на свете, Российской армии солдат».